Всем привет! Привет, друзья! Сегодня мы... Что мы сегодня делаем? Будем играть в Murloc 2.0, да. В прошлом видео мы таки побили этого флама, да? Так, мы и сегодня нам месте. Должны были открыть какую-то новую локацию, да? Как я помню, локация называется Пустыня. Пустыня? Да. А мне кажется, что ты не в ту сторону едешь. Туда я еду. Туда? Вот тут босс флама, который мы несколько раз пошли. Ну, мы прокачивали людей. Персонажей. Да. Так, что тут у нас? Мы, кстати, вот сюда тоже можем потом пробраться. Да. Так, тут ну давайте мы пока откроем новую локацию, где... Location. Там, по-моему, это, да? Вот тут локация уже. Так. Опа, флама, победа. Так, так, так. Это пустыня. Слушайте, какая-то жалко, красивая такая, да? Какая-то да. Пустыня, все желтое, да? Кактусы. Все красивое такое, там Клипов. Босяк какой-то. Это лавария. Випарелла, Вапирелла. Випарелла? Да. Это главный босс, видимо, этой локации, о, да? Так, первый уровень у нас в пустыне. Вау, Мэйси тут. Мэйси. Мы уже Клей, потом Ланс. Так, мы еще скинем пару Нексосил. Так, давай возьмем это. Союз Фортрекса. Да, ну это не ну, хороший Нексосил. Ну давай. Мы прокачали тоже Нексорицарей. Посмотрим, насколько сильны наши рыцари, да? Да. Мы их немножко прокачали. Так, что же нас здесь ждет? Темнота. Да, ну вот так он... Выглядит вот почему-то, хотя у нас там другой прокачки. Вот у нас такой вот он. По-другому выглядит, заставки. Да, смотрите, у нас такой же прокачанный чувачок-то, да? Ой, забыл, это автомат-бомба. Так, так, ой, ой ты... слушай, что-то он сильный такой. Это какой-то босяк. Оказались, наши персонажи не столько прокачанные. О, прямо копейщик. Люблю тебя. Что-то немного у нас забирают, слушай. Да, чуваки да. Эти. Аккуратно, аккуратно с ними. А это за Murloc'а. Автомат-бомба. Смотри, сколько их, блин. Давай, 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 давай. Мочи, мочи, мочи его. Паука этого. Так. Нормально. Курочка есть? Да. О, это для, что-то для Аарона, да? Ну, двигай сюда. Чертеж. Чертеж для Аарона, с помощью которых мы потом можем что-то ему прокачивать, да, какие-то да. способности. За честь! Да. Нексосилы. Ну, тут легко пока. Так, ладно, пока не используем, мы, скорее всего, на третий уровень оставим, да? Эту башню на эту. А, то есть Фортрекса? Воробьиный торнадо! Воробьиный торнадо? Да, тоже не поднимает, круто, да? Вот, видишь, о, что? Класс. И сейчас поднимем. Давай, давай, давай. Молодец, молодец, парень. Ух ты, опять, смотри, сколько их вылезло, да? Ты посмотри, сколько их, они окружают нас. Эти копейщики, мне кажется, их в первую очередь надо убивать. Сколько им? А-а-а, прямо в спину ничего. Нам куда-то, да? Ну-ка, врежь ему идею, вот. Бей-бей-бей его, молодец. Вот я ненавижу этих глобинов, они, кстати, не встречались, и как бы не показывается, что это новое. Так, а, круто. А, далеко, ну ладно. Ну-ка, все, а здорово. Слышишь поп-музыку, как и всяких вестернов? Да, ту-ду-ду-ду, да? Да. Так, ладно, что тут у нас? Бой 3, мне кажется, первую эту... Торнадо! Ух ты! Воробьиный торнадо! И там даже воробьи! Да, вон стрелят, птички летают. Да. И поют. Так, сейчас будет вторая доза. Ох, мне кажется, можно это включить. Да. Давай. Да это включим. Посмотрим, какие? Как она действует у нас. Они только легкие. Так, вот эти вот и копейщики. Сейчас босс, наверное, какой-нибудь выскочит, нет? Ой. О, включай. Союз Фортрекса. Союз Фортрекса. Сейчас приедет наша башенка, да? И да. Будет расстреливать всех. Да. Вот это я понимаю. Крутая штука. Проныра, защитник. Защитник Проныра. Бах, бах. Ну, как копейщик, когда... Нексосила хорошо нам помогла здесь. Да.
Так, ну что, прошли мы уровень? Да. Да? Да. 30... О, 38 уровень уже у нас. А с каждым уровнем команда NextRegister все сильнее и сильнее. Так. 14 тысяч денег у нас, да? Да. Так, ну ладно, едем дальше. Что у нас дальше? Этот мы прошли. Так, это всякие дополнительные уровни. Так, что тут у нас? Вот тут... А, это машина Мэйси, как я знаю, да. Машина Мэйси нужна. Так, бьемся. Уровень. Следующий уровень. Воробьиный торнадо! Так, я как-то хочу другую. Какую хочешь? Льва вот эту? Токсичная тут! Да. Токсичная кто там? Токсичная туча вроде. А токсичная туша. Туча. Там кстати говорю. Так, опять ночь. Так, куда мы попали? Клей, ты всегда за Клея, да? Да. Тебе он больше всех нравится? Или потому что он больше всех прокачан у нас? Потому что он больше всех прокачан. Ой. Копейщики, смотри, какие заразы, да? Ну-ка, ну-ка, ну! Биво. Молодец. Да, нападайте на меня. Блин, ты посмотри, что они выкидывают. Бей! Бей их, мерзавцев! Копейщиков обоих, мочи давай! Это не копейщики. А кто это? Это защитники. А, да? Что-то мне показалось, это копейщики. Ой, гладиатор. Пришел к нам. Может, на эксосилу пора? Ну нет, я могу их обмануть. Так, давай на первом уровне не будем на эксосилу использовать, а вот на втором возьмем, да? Или на третьем, да? Да. Нам надо проверить все эти эксосилы, как они у нас действуют. Что он такой сильный? Наконец-то. Так, вот эту ножечку куриную нам дайте, пожалуйста. О, для Мэйси что-то дали, чертеж, да? Да, чертеж для Мэйси. Машины, для машины Мэйси. А, для машины даже? Да. Которые нам понадобятся. Ты выбрал не ту сторону. Токсичная туча! Помощник. Токсичная туча, смотри, какой-то этот жук вылез. Да. Так. Он еще отравляет их, как я помню. Че? Он бьет их и отравляет. А, ну, маленько, да, каким-то ядом, да. Видимо, и у них эта жизнь становится короче. Так. Так, мочи, окружаются со всех сторон, мерзавцы, гады. Так. Да. Ты посмотри, сколько у него жизни-то, да? Че, никак не хочет умирать? Я себе справедливость восторжествует! Так. Ой, вот, что-то дали, какой-то шлем, да, по-моему? Чертеж. Чертеж для машины Мэйси. Нам сейчас для Мэйси тачки. Давай, какую силу используем? Сейчас. Токсичная туча! Да, отравляй его. Давай, отрави его, отрави этого мерзавца. Да, так его... Я... Давай! Вместе мы команда! Слушай, с этим круто, блин, да, и играть-то. Блин, ударил, и он исчез. Блин, смотри, эти копейщики. Супер-соус из ультра-доспехов! Что такое? Супер-соус. Они восстановляют нам здоровье. Типа регена, да, что-то? Да. Хорошо, что я ее выиграл. О, босяк какой-то вылез. А, вот у нас такой пол. Огненный скорпион, да, у нас сила такая, да? Давай эту выпустим, да и все. Союз Фортрекса сейчас поможет нам. Ух ты, это там что-то, это сильный парень какой-то. Давай, где его тоже, что-то? А, у него лазер. Ух ты, нифига себе. О, беги. Токсичная туча! Противник сейчас будет. О, друг против друга сейчас будет. Да.
Там слабее немного. Наш? Да. Ну, конечно, там босс какой-то. Давай-давай-давай, бегай-бегай, мочи его! 300 по 200, все. 300 по 200 мы у него забирали, да, этих хпшки? ХП. ХП. Миссия завершена. 760 экспы нам дали? Да. Так, 38 уровень у нас остался. Вот, две для машины Мэйси, да? Да, и они разные, жаль. Так, может посмотрим, может что-то улучшить можно на эти 18 тысяч? Может как-то можно прокачать наших этих персонажей? Так, рыцари. Я готова к ногам. Так, что у нас? Нашли три. Так, третий везет, третий. Третий. Везет 3-3-3. Так, ну значит... Что, Клею мы что-нибудь возьмем? Давай возьмем Клею вот эту штуку. Оружие. Да, оружие. Так, посмотрим, эту силу ему дает. Да, плюс 3 силы и плюс... А тут здоровье и защиты. Ну давай тут ноги мы сделаем. Да. Она. Наш Клей, мы больше всех любим Клеем играть, да? Да. И поэтому стараемся в первую очередь Арен, прокачивать его. Хотя он у меня любимчик Арен, но он у нас слабенький такой. Ну ладно, давай, у нас больше не осталось монет почти. Давай еще один уровень пройдем. Так, 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 вот этот интересный, нет, наверное, вот уровень. А, тут нельзя. Вот, 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 вот. Да нет, вот этот надо проходить. Почему? Это секрет, ну это потом, если мы придем это, то тогда уже будет, что там дают кучу очков. Да? Да. Ладно, поверим мы тебе, парень. Я знаю, где надо быть, а где не надо быть там. Сейчас будет битва. Битва Нексу рыцарей. А тут уже день стал. Лего Нексу Найтс. Так, вот здесь уже день, да, смотри, какая-то пустыня, да? Пустыня. И сейчас начнется бойня. Ты выбрал не ту сторону. А, ну тут пока легкий. Ты выбрал не ту сторону, парень. Да, хотя, да, я лучше за антагониста, жалко, тут нельзя задеть. Смотри. О, это Нексу рыцарей. О, опять смотри. Это скорпиончик. Добей его. Я сейчас добью этих, они тоже стреляют, как... Они такие, это нехилые им эти урон-то наносят. По 200, по 300. Да сколько бей же, они слабаки какие-то. Да-да. Бей по 600. Ой-ой-ой-ой-ой. О, смотри, какая пушка у него огненная. Давай-давай-давай-давай. Еее. Блин, еще что ли? Еще. Супер соус из ультра доспеха. Супер соус из ультра доспеха. О, немножко нас подживил он, да? Да, 380. Блин, получили по шапке. Токсичная туча! Токсичная туча. Мне не очень нравятся эти. Токсичная туча? Да, мне вот нравится союз Фортекс, он в нужный момент может хорошо нам и помочь. И надо еще какие-то две нормальные эти взять. А чё, суперсоус из ультра доспеха? Ну, тоже можно, да, оставить, потому что он, ну, это, регеном, да? Да, однако при этом не нужен реген, то там гвоздь пройду без куриных ножек. Тебе нравится игра? Да. А вам, ребята, нравится Некса рыцари? Пишите нам в комментариях. Да. Так, а это... небольшой радиус, когда он сбил. Ох, опять все. Два этих. Добей их, да и все, стой, добей. А, точно. Союз, бей, беги. Бей. Помнишь, папа, славу? Беги. Беги. Сейчас мы с ними расправимся. Да, молодца. Так, это у нас второй из трех уровней, да? Да, пустые. У нас сейчас еще будет третий. Там наверняка будет какой-то босяк. Да, Сашка? Да. Будет там какой-то босяк? Я уверен, что будет Випарелла. Випарелла? Да. А кто это такой Випарелла? Випарелла. Она своими хлыстами
Ну вот, бьет вот по человеку, и его кошмар появляется. Так, и что тут у нас? Третий уровень. Идем. Супер соус из ультра доспехов. Супер соус сейчас жизнь нам будет восстанавливать. Ты посмотри, какие они мерзавцы. Давай. Токсичная туча. Токсичная туча. Сашка вызвал токсичную тучу на помощь. Да. Хотя она мне не очень нравится, эта токсичная туча. А, так уже кофе нравится? Там такой гигантский жук. Надо, кстати, полазить по настройкам, там посмотреть, какие нормальные NexSilly есть. Тысячи паук. Это был союз Фортрекса. Бери его. Союз Фортрекса. Сейчас наш союз Фортрекса, ты с ними и расправиться. За один раз. Сразу мы расстреляли на его, я да? Я еще стреляю. Он же по нам будет стрелять? Нет. Все, собрали, прошли уровень. Ну что, нравится тебе играть? Да. Крутая игрушка. Давай немножко передохнем с тобой и потом еще что-нибудь поиграем. Давай? Давай. Ну что, ребят, пишите нам в комментариях, нравится ли вам, как мы играем, как мы записываем, да? Пишите, может, какие-то другие интересные игры есть, которые нам стоит поиграть, о которых мы, может, и даже и не знаем, да? Да. Пишите нам в комментариях и до новых встреч. Еще один уровень, сейчас босяк будет в следующем видео. В следующем видео будет босяк, так что не пропустите, подписывайтесь и ставьте лайки. Пока-пока. Пока.